Уральская природа, она вдохновляет, она успокаивает, она помогает восстановить силы. Когда человек выбирает для жизни дом за городом, очень важно сделать его неповторимым и использовать при строительстве природные материалы – дерево, стекло, камень. Сегодня мы расскажем вам о нескольких уникальных решениях для загородной жизни. Решение первое – загородный дом из оцилиндрованного бревна. Природную красоту уральской сосны подчеркнули, искусственно состарив древесину. Планировка дома нестандартная, поэтому удалось учесть пожелания всех членов семьи. В этом проекте особое внимание уделено пожарной безопасности, поэтому теплоизолирующие материалы могут вынести температуру до 1500 градусов. Хозяева спокойны и с радостью осваивают свои новые владения. Фундамент здесь специфический, потому что грунты очень слабые, наносные. Поэтому применена конструкция домов на стальных стяжках, которая позволяет обеспечить дому стабильность во все время, то есть он не будет ни качаться, ни колебаться, ничего. Зато построили дом, какой мы хотели, из бруса, такой уютный, вы знаете, вот, мне кажется, это какой-то у нас островок счастья здесь. Решение второе – деревянный бассейн. Когда на улице жарко, так приятно окунуться в прохладную и чистую воду. Особенно приятно, когда такой бассейн находится прямо рядом с домом. Данный проект необычный. 20 тонн воды удерживает простое уральское бревно. В таком бассейне температура воды регулируется, поэтому хорошо в нем и летом, и зимой. Решение третье – беседка. И тут варианты ограничиваются только фантазией. Например, в этом сооружении можно увидеть брутальные черты мужской пещеры, или, как здесь ее называют, берлоги. Конструкция из дерева, если ее повнимательнее посмотреть, это очень мощные балки, многослойные, дощатого исполнения, которые по расчетам держат порядка 120 тонн. Это сделано для того, чтобы там сверху можно было разместить землю, посадить цветнички и сделать внешней как бы красоту. При строительстве использованы только натуральные материалы – дерево и камень. Конструкция надежна и оригинальна. На крыше хозяева планируют сделать цветник, а внутри самой пещеры можно прекрасно отдохнуть большой компанией, собравшись вокруг солидного, уникального в своем роде камина. Это специальный камень. Это единственный камень, который держит огонь. Трахихлорид. Поэтому при использовании этого камня можно вот сделать вот такой камин. Потому что все остальные камни, к сожалению, разрушаются при воздействии высоких температур. А здесь вот такой вот дикий рваный камень. Это интересно. Возможности натуральных материалов безграничны, как и фантазия самой матушки природы. Однако при строительстве нужно учесть множество нюансов, чтобы дом, беседка, бассейн служили верой и правдой долгие годы. Лучше доверить это мастерам, а самому наслаждаться готовыми произведениями архитектурного искусства. Предприятие «Профилес» предлагает струганный погонаж, шпунтованное цилиндрованное бревно, а также широчайший спектр изделий из дерева. Переработка леса, проектирование и монтаж домов, малых архитектурных форм, детских площадок, бревенчатых бассейнов и многого другого. «Профилес», город Сесерть, телефон в Екатеринбурге 372-02-05.